О, ё-моё! Что это было? Где я? Крушение. Е, всем здорово, народ. Вообще, сегодня мы с вами, как обычно, будем проходить замечательную карту в CSGO! Но только есть такое одно но. Эта карта достаточно необычная на прохождение у нас. А, по сути, для кооперативного прохождения, но мне не с кем на данный момент проходить ее сейчас. Ну и будем одни как-то выкручиваться. Ну, в общем, она сделана вроде бы по мотивам фильма «Крушение». Ну и то есть, по сути, если мы в нее поиграем, то поймем весь смысл этого фильма. И не надо будет его смотреть. Ну, в общем, все, давайте начинать. Ставьте лайк, если хотите, конечно же. Ну и обязательно подпишитесь на канал. Я поехал. Так, ё-моё, мы где-то появились. И что-то непонятное. Но здесь подсвечу. Это сейчас в натуре произошло? Я дверь сейчас выбил пинком. Что, ребята, это сейчас было? Так, ну, как я понимаю, нам прямо там дорога, а здесь броня. И два шприца. Но опять-таки это все подкоп сделано. Так. Тут есть, кстати, да, вот ком. Так, а здесь броня со шлемом. Так. Ну и все. Там еще, блин, один шприц, но у нас только два максимум. Так. И мало я сразу сюда наступил, и два человека появилось. Вот, просто тут прям вот текстурка какая-то. И здесь вот пролагивает. Везде плавно, вот все. А здесь именно подлагивает. Ну, сейчас уже нет. Так. Два живых. Опа. Подождите. Кто-то был? О, там тир. Я тир. В смысле? А как? А как это так сделали? Реально, Феникс. Так это не Феникс, я, по сути, Феникс, наверное. Так, ну давайте тут аккуратно вот так вот. Стелс. Ух ты ж. Кстати, мы играем на максимальном уровне сложности ботов, и я не знаю, не получилось, не фартануло, что. Давайте сделаю его потише. Вот. Вот так вот. Я даже забыл то, что я это баллс там с биндами всякими. И когда-то забендил вот эту вот фразу. Так, ну. О! Има сейва то. Сейчас просто всем бошки будут на оф. В офлайне будут. Так, ну, мне кажется, надо смотреть за всем тут аккуратно. Опа, монетка. Как? Да, здесь еще надо монетки собирать, но вопрос только где их тут искать? Блин, только с сейвудов я стреляю как-то. Как-то хреново. Опа! Не, я с мака. Вот это вот Феникс. Вот это вот Феникс. Я вот это уважаю. Так, я забыл, у меня шприцы же есть. Не, ну слушайте, здесь прям продумано то, что вот тут урон они будут наносить, это, во-первых, здесь продумано. Такой вот мощный. То, что меня вот просто вот уже вынесли, и мне даже подарили еще два шприца. Так, ну как там монетку забрать? Так. Так, здесь не. А как? А, там это было. Лестница. Так, ну что, ребята, ё-моё. Так, вы, надеюсь, поставили лайк. Хотя можете не ставить. Но это уже от вас зависит. Так, коктейль Молотова. А можно два подобрать? Ух ты ж. А чё так под... Понял. Понял, что так подловит. Тут террорист. Ема, ребят. Они еще сделали то, что у них скины есть на персонажах. Так, ну в общем, смотрите, вот я спавлюсь вот в таком вот костюме.
Так, как-то что-то непонятно. Согласитесь, вот такой вот костюм, и почему-то он у меня поменялся. Ну, по сути, да, такое крушение могло произойти. Ну, мне нечего, в общем, сказать, я так расскажу вам. Нам надо это, обязательно взять вот этот вот, со шлемом. Чтобы, если что, по нам не попадали так прям сильно. Слишком сильно. И, кстати, эти монетки, я не знаю, к чему идут, но может быть какой-то секретной концовке. Если их здесь несколько. Так, тут аккуратно вот так. Блин, вот... Ой, ой, ой. Ну, знаете, вот как-то это, второй раз проходить, вот прям, ну, не в кайфс. Кайфс. Вот, в первый кайф. Так, где тут? Я у него... А, вон. Так, все, погнали. Так, тут броня. Сейвы гов опять-таки, но мы его брать не будем. Я стык на лучше играю. Ух ты ж! Ой! О, смотрите, вот сейчас вот опять руки поменялись. Так, ребята, я понял свою ошибку. Я вот на этом моменте уже теряю большую часть своего здоровья, и поэтому его надо восстанавливать. Ну, надеюсь, это я именно из-за этой ошибки тут помирал так. Да ты чё? А! Так, аккуратно, вроде бы здесь никого не должно быть больше. Блин, мне шприцов нет. Так, ребята, в общем, я опять подобрал эту монетку. Уф, я понял, почему здесь на кооператив, потому что здесь можно респавниться. Да, если вы вдвоем там играете, то один слился, другой тащит. Опять сейчас потерял много хп. Он где-то тут стоит. Вон он. Я думаю, эта бочка взрывается. Блин, они прям очень жесткие. Слушайте, они жестче, чем игроки. Ой, ну и лошара. Фух, так, ребята, ну что, идем? Блин, я это уже задолбало. Просто. Вот реально это невыносимо. Блин, у меня еще дигл было как. Нет, еще прострелы. Ребята, они очень жесткие, ё-моё. Давайте МПшечку возьмем. Здесь с него хотя бы снимем как кого-нибудь. Так, ну все. Мы всех тут проскидали. Так, надо на наличие монеток и хорошего оружия. Давайте до шума полегче. Ого, тут этих аптечек. Точнее, что-то похожего на аптечки. Блин, надеюсь, где-нибудь будет калаш. Потому что хреново как-то играть с МПХой, на которой вообще урон может просто не управляться. Или вообще даже не управляться. Так, давайте с ФАМАСа попробуем, может быть. Слушайте, они сейчас будут разлетаться просто направо и налево. Так. Фуф, ребята. Жестко, жестко. Я всех раскидал. Просто по направо и налево. Это очень, ребята, жесткий бот. Я вот просто вам даже не советую
если вы новичок, играть на этой карте, потому что, ну, вы видите, вот просто тут невозможно вообще играть. Может быть, это где-то даже эти монеты уже просто не могу найти. Так, надо тут пожечь их. Сейчас с бизона их всех тут. Ох ты ж! Просто поджог. Так, страху мою немного. Так, 90 хп. А! Ты опять просрал. Ай! Уф, ребята, жестко, жестко. Я научился, в принципе, нормально сейчас против них играть, но не до конца. Ну слушайте, они просто даже по мне не попали. Тут вот от них все ошметки, они тут просто носились. Вообще как просто резанные. Так, ребята, в общем. Смотрите, я только что заметил то, что убивая тут одного чувака, с него Галиль падал. Блин, так бы я тогда не слился в самом начале. Ну, ну не в самом начале, а это, где мы уже прошли там много. Я тут из маков, и с МПХ пострелял. Вообще ничего не помогает. Опа, диглец. А тут ваншотик по нему. Ну, срейшотик. Вот опять Галиль. Видите, это просто снег. Вот с этого вот чока. С них просто Галили сейчас сыпятся, а раньше вообще ничего. Гренейд! Пираты. Так, аккуратно. Ребята, и кстати, я вам хочу рассказать то, что... Ну, это немного Far Cry сейчас. Напоминаю, вот скажите реально, то, что... Это вот просто я как будто Far Cry 3 зашел. Вот с пиратами битвы, вот то же самое. Только здесь какие-то они, это, слишком тяжелые. Так. Так, 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 так. У него тут шприц. И СГ. Калаш, калаш. Винда калаш. Петух. О, калаш. А вот сейчас вот мы повеселимся. Плак, плак. Сейчас они тут будут делать плак, плак. Кук, опачки. Кого это я тут поймал? Ну слушайте, мы уже, наверное, к финалу подходим. Во вторую подобрали, это успешно. Либо же мы уже одну пропустили. Ну, хотя, по сути, этого невозможно допустить было. Так, там у нас это, патрончики. Патрончики, патрончики, патрошончики. Так, надеюсь, на башне никого нету. Но давайте... Цели профилактики. Проверим. Так, кто здесь? Так. Блин. А что там в фильме еще надо заложника спасать? Ну, расскажите. Просто в комментариях. Потому что мне в натуре сейчас интересно. Я не понимаю, во-первых, куда идти. Делись. Так. Пу-пу-пу. Нет, а куда они заспавнили? А, вот тут вот может. А куда они в натуре заспавнились? Тут нету. А почему тут патроны нельзя подбирать? Ой, погнали! А. Повеселимся, как говорится. Да блин, я не могу, куда тут надо идти? Там, наверное, на этой башне сидят. Нет, ребята, там, наверное,
Кто-нибудь сидит, я туда пострелял с Галиля, который там валялся. Ну и, наверное, уже поняли, безуспешно. Ну, а в принципе, хорошая была бы идея туда засунуть одного стрелка меткого. И он бы тут всех и всегда поливал огнем. А, они даже куда-то пропали. Так, тут АУК и 5-7. Окей. Надеюсь, тут сейчас за нами кто-нибудь прилетит или... Ну, по сути, с этого острова... Да, ребята, это вертолет из Лефт 4 Дэда. Ура! Нас спасут! Так, ребята, давайте, нас сейчас должны спасти. О! Нет. Ребята, это Джиггернаут. Ребята, это Джиггернаут. Аккуратно, это Джиггернаут. Что он тут делает? Левел 5. О. Ребята, это за нами вообще прибыли или... Ох ты ж. Где? Ох ты ж. Так, ребята, отходим, отходим. Твою мать! Блин. Какой бред. Так, ребята, в общем. Тут немного повоевал с ними. Ну как немного? Повоевал, так повоевал. Так, ну и сейчас я забираю эту монетку нашу. И мы идем к финалу. И, кстати, да, я где-то свой дигл просрал, но на нем все равно патронов не было. Я просто есть диглат от их всех хреначил. Патроны закончились, и поэтому вот так вот получилось. Ой. Но так бы, да, с диглица бы и сейчас стрелял. Ну, это интересно, кстати, они сделали то, что еще теры, ну, могут подбирать заложников. Это охрененно, слушайте. Вот реально автору прямо за эту карту лайк надо влепить. Так, патроны, патроны, патроны. Все? Ой, так, все, фесик у нас есть. А, да. Нам калаш уже не надо. Нам да аук. Потому что если у тебя нет рук, закупай скорее аук. Но здесь мы не закупаем его, мы его здесь берем. Так, опа, опять вертолет. Это, видимо, не спасатели, это пираты сюда приехали. А вертолет, наверное, это чтобы мы спаслись, сели в него и сами поводили. Потому что, возможно, мы являемся каким-то пилотом. Возможно, мы сами были пилотом этого корабля. Я был. Мы были. Так. На! Просто в харю. Сейчас зашпиндолим последнюю тут пульку по ногам. На! Ай! 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 Элит Феникс! Блин, вы знаете, вот эти вот лохи мешаются. Какой-то левел 3. Это левел 5. Кема, он сейчас просто меня чуть не вынес. Так, давайте XM возьмем. Ну, XM это дробовик, это во-первых. А, смотрите, он прилетел именно к нам. Слу... Так я же отсюда... Блин. А, все, у меня уже ничего нету. Да, я в натуре я не брал эту аптечку. Я туда зашел один сприт взял. А подождите, а может быть тут это? Появились монетки? Нет, ни хрена. Ни херена. А если я фоново сейчас все это пройду? Будет прикольно очень. Так, а где это я? Откуда выходили? Я отсюда выходил.
Монеток нету. Ой, ребят, обидно, я третью монетку так и не взял. Очень обидно. Но все равно мы с вами прошли, за это мне не обидно. А представьте, вот давайте сейчас это... Мои. О, да, все. До спасения заложника. А если бы я не спас его? А если бы я без него пошел? Наверное, бы мы улетели. Все. Спасибо за просмотр, дорогие друзья. Подписывайтесь, здесь на канал. Здесь мы с вами будем проходить разнообразные игры, разнообразные режимы и все такое. Всем пока-пока.